Что касается равенства на дорогах, абсолютно. Я не очень сейчас это вижу какой-то дискомфорт. Раньше, да, я, как и все, движение синих ведерочек общественное. Кстати, поутихли ребята. А почему? Да потому что, видимо, нет причины для беспокойства. Мне кажется, действительно, мигалок стало меньше. Может быть, власть услышала все-таки заказ общественности. На дороге все равны, как и перед законом. Мне, например, очень приятно кого-то пропустить и в ответ увидеть, когда мне помигали аварийкой. Когда кто-то пропускает меня, я поморгаю аварийкой. Даже если сзади разбитая «Жигули» старенькая. И я вижу порой удивление. У пенсионера, ничего себе, поблагодарил. Ну, как-то вот так вот. Пускай это удивление вызывает улыбку, давайте друг другу улыбаться, быть позитивней, и каждый прожитый день будет замечательным.